3, 2, 1, пуск. Группа студентов-инженеров тестирует в андалусийской глубинке самодельную ракету. Им удалось запустить ее на высоту 21 километр 457 метров. Это неофициальный рекорд среди экспериментальных запусков европейских университетов. Предыдущий был установлен 6 лет назад. Тогда ракета взлетела лишь на 12,5 километров. Нынешний аппарат называется «Стратус-2+». На его постройку ушло 4 года. Над проектом трудились около 40 человек. В том числе они самостоятельно собрали гибридный ракетный двигатель, работающий на смеси из жидкого и твердого топлива. Поскольку запуск предыдущей версии ракеты был неудачным, студенты значительно доработали конструкцию и смоделировали на компьютере более 500 000 вариантов полета. Небо в районе эксперимента в день запуска на всякий случай закрыли. Капсула ракеты была оснащена электронным оборудованием, которое позже планируют использовать для проведения научных экспериментов.